На конкурс дети читают стихи. Самуил Маршак. Багаж. Читает Яковлев Евгений, 9 лет. Дама сдавала багаж, диван, чемодан, саквояж, картины, корзины, картонки и маленькую собачонку. Выдали даме на стол 4 зеленые танцы, что получим багаж. Диван, чемодан, саквояж, картины, картонку и маленькую собачонку. Вещи везут на перрон, кидают в открытый вагон. Готово, уложим багаж. Диван, чемодан, саквояж, картины, картонка и маленькая собачонка. Но только раздался звонок, удрал из вагона щенок. Хватились на станции дно, потеряно место одно. В испуге считают багаж, диван, чемодан, саквояж, картины, картонка. Товарищ, а где же собачонка? Вдруг видит, сидит у колес. Огромный сгерошенный пес. Поймали его и в багаж туда, где лежал саквояж, картина, картонка, и где была прежде собачонка. Приехали в город Жетончик. Носильщик, 15-й номер. Везет на тележке багаж, диван, чемодан, саквояж, картина, картонка. И сзади ведут собачонку. Собака-то как зарычит, дама как закричит. Боже, разбойники, вот уроды. Собака не той породы. Шевельнула она чемодан, ногой толкнула диван. Картонку. Отдайте мою собачонку. Позвольте, гражданка, согласно багажной квитанции, что получено от вас багаж. Диван, чемодан, саквояж, картина, картонка и маленькая собачонка. Однако во время пути собака могла подрасти.